американская атмосфера, школа, потому что у нас такого нет. Тут очень большая красивая территория, здание прямо как в американских сериалах, уроки, то есть парты, мы сидели по одному, очень приятные, дружелюбные одноклассники. Демократично, это не надо вспоминать, получается, отчество, там, фамилии, учителей, ты просто можешь по имени называть, то есть это уже удобно. То есть ты с ними общаешься, но считай, на равных есть уважение, конечно, но ты общаешься с ними на равных. А, и еще. Мне очень понравилось, мне было лично мало. Я бы хотела еще минимум на недельку остаться. У меня очень много впечатлений хороших об Америке, об школе, Ну, например, что? На уроках ученики себя ведут более свободно и обстановку не так. После уроков почти каждый день у них был спорт. Каждый мог выбирать свой спорт, и там вообще, в принципе, не спорт. У нас были всякие экскурсии. У нас была новая практика, я ніколи не робила всякі, як це карвінг називається, нам треба було з лінолеуму вирізати фігурки, і це було для мене нове, тому що у нас там мистецтво в Україні ми вчимо тільки теорію, а тут діти працюють і насправді можуть як це відкрити свою креативність. Ну, в американській школі цікавіші уроки. Ми проводять набагато веселіші уроки і заставляють дітей думати. Також ми брали участь в уроці, ми відповідали, ми були частиною класу протягом цих двох тижнів. Відвідати американське образування, американську школу, почувствуватися хоч на дві тижні американським школьником і хоч глазком, але побачити прекрасний, замечательний атмосферний город Нью-Йорк. God bless America!